Мы куда? А, к Карине или домой? А, все уже? Да, да. А, как быстро. Карине или домой? Карине сначала, а потом домой. Где такой сел азербайджанский ресторан? Азербайджанский ресторан? Ну, там сейчас поебут. Кюфте Бузбаш и салат чубан. Тебе не надо есть, булочка, тебе нужно худеть. Это правда. Ты толстый. Вообще никак так не считаю, но просто ты мне всегда это говоришь. Ты... Я рассказывала историю про прикол. Булочка, прости, что я назвала тебя толстеньким. Ты же накачанный, я забыла. Это, ну, это вообще мнение людей. Это мнение людей. Я не знаю, я просто как-то это рассказывала в прямом эфире. Короче, недавно у меня была фотосессия. Ну, вы же все знаете, что Валерка с пузиком. И, значит, мне говорит это фотограф. Блин. А, и ко мне зашел Валерка, там что-то быстренько мне передал и убежал. Как там, Озерный 42? Да, и говорит мне, этот фотограф мне говорит, дата. Какой у тебя красивый муж. Я так удивилась. Потом она добавляет, такой накачанный. Я вообще-то чуть не упала. Думаю, что она несет? Накачанный. Качок. Ты слышишь, самая чудесная Бетти, самый чудесный ребёнчик мой. Скажи, мама. 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 Скажи, мама. Хорошо, скажи, деда, деда, деда. Да, деда. Потому что деда получится. Ну, деда. Угу. Скажи, мама, по-грузински, деда. Блин, Бельки уже гол забила, прикинь. Серьезно? Четвертый минут. Ты же кто забил гол? А кто сегодня играет? Я не... Франция и чей этот... Хорватия? Ну, Хорватия, да. Так вот, Франция уже забила гол. Серьезно? Молодцы, я так рада. Хоть бы Франция выиграла. Не хочу, чтобы Хорватия выиграла. Почему ты смеешься? Играет Бельгия с Англией. Бельгия с Англией? А что ты меня, блин, дурой выставляешь? Это откуда знала, что... Англия забила? Не, а Бельгия забила. Бельгия? Да, Бетти. Сейчас. Бельгия, Англия. Ну, видите, мне... Валерка хотела меня дурочкой выставить. Ну, короче, ладно. Кто, Бельгия с Англией? Ты за кого? За Бельгию или за Англию? Вы за кого? А ресницы у меня уже старенькие. Кстати, я вот попозже вам выставлю эту, ну, опять эту девочку. Я всегда в одно и то же делала уже 3 года, наверное, мы с ней работаем. Мне очень нравится. Она причем и даже ниже не наращивает. Очень круто. И вот я уже хожу сколько? Уже коррекцию нужно сделать. У меня уже все отпали. Но я всегда делаю короткие ресницы. 8, 9, 10 максимум. Вот, то есть, ну, как бы от меньшему к большему. Бетти уже годик исполнился. Бетти, ей уже годик целый, она уже взрослая у нас. Что это муфлон? Ну как он так стал, а? Ну ладно, зеленый жиг. А почему? А, да, странно. По повороте. Но поворот должен быть здесь вообще. Передаю большой привет Могилеву и Ксюшеньке. Спрашивают, булочка, на дом 2 будете возвращаться? Ну, может, в том году квартиру не выбрали? Да, только если потому на что мы были в декрете.
Ну, а в этом году ждите на конкурс. Да, только если за квартиру. Ой, или это нельзя было говорить? Нельзя? Ой, только вы никому не говорите. Будем хранить этот секрет группой человек 50. А, какой человек? 50 на 500 человек. Блин, фотосессия с лошадьми, думаю, должна быть... Не то, что думаю, я уверена, она потрясающая. Мне так понравилось. И команда классная, и фотограф классная девчонка. И стилист такая вообще... Ну, очень хорошая команда. Мне очень понравилось с ними работать. И фотки будут потрясающие. Я их жду еще, пока не получила. Что? Прикинь, Тата, как ты считаешь, можно ли простить измену мужу и то, что у него есть ребенок от любовницы? Ой, ну, блин, просто я не советчик в таких вещах. Мне кажется, это немного не мое дело, но это очень подло по отношению к вам, и это большое предательство не только к вам, но еще и к ребенку. Мне кажется, нужно думать, ну, блин, даже не знаю, как вот это прокомментировать. Это ужасно. Это просто стрёмно. Не то, что вы в такой ситуации стрёмно, а то, что он такой человек, что он так пренебрегает и предаёт вас. Это неправильно, это очень некрасиво. Я считаю, что, ну, лично мое мнение, что измену невозможно простить. Я не знаю, как, ну, многие женщины могут простить, но мне кажется, это опять же женщины делают из-за своего собственного эгоизма, поэтому прощают мужчины, потому что не могут быть без него. Но на самом деле все мы можем, просто нужно перетерпеть, забыть. Это будет гложить всю жизнь. Все равно будут моменты, когда вы будете это вспоминать, когда, блин, я не знаю, это будет, вот эта картина, она будет в вашей голове. Но, может быть, все равно когда-то это всплывет. При каждой ссоре вы будете это вспоминать, вы, может, будете это говорить. Это невозможно забыть, это очень противно. Все вопросы пропустила. Ну как быть, вы, ну то, что у вас дети, в этом нет ничего страшного, это же огромное счастье. Я не понимаю матерей, которые думают, что если они остались одни с ребенком, то как будто это какая-то обуза. Ваш ребенок — это самое главное, что есть в вашей жизни. И когда вы встретите нового мужчину, вы не должны как бы думать, блин, а как вот у меня сейчас примет с детьми. Вы и ваши дети — это одно целое, вы неразлучны. Ты откуда это знаешь? Такие советы раздаешь. Ну, в смысле, откуда я знаю? Ну, как вот я, почему я должна бояться остаться одна, типа, с ребенком? Это мое счастье. Как можно, если ты меня любишь, как можно не любить моего ребенка? Ты либо принимаешь меня с ребенком, либо иди в жопу. Но это мне так кажется. Это счастье, это ни в коем случае никакая не обуза. Это самое лучшее, что может в жизни случиться. Это ваш ребенок. Вот у меня отчим женился на моей маме, когда мне было 10 лет, но два ребенка было. Да, вот, смотрите, расскажу сейчас вам совет из нашей же жизни. Ой, совет, говорю, ситуацию из нашей жизни. У Валеры мама развелась с мужем, осталась с двумя детьми, одна. И она встретила парня, который еще и моложе ее, и взял под свою ответственность. Причем сколько у них разница? На 10 лет он маму младше? 12. На 12 лет Валерин отчим младше мамы Валерины. Очень любит, и он ее принял с двумя детьми, помогал с институтом детям, и все оплачивал, все помогал, работал и все делал для своей семьи. Просто он до сих пор делает ее. Это вот и есть любовь. Он ее полюбил и полюбил ее детей, как своих. Сейчас она родила ему уже своего ребенка третьего, у них есть совместные. И это очень круто. Это ей 10 лет, она младше, чем Катя. Младше? Ну, 10 лет. В 11 только будет через полгода. А Катя сколько? Катя 11. 12 будет в декабре. А ну вот на год старше она будет. Ой, вот Катюшка как раз онлайн. Привет, Катюшенька, мы тебя любим и скучаем. Это люминиры. Я ничего не вставляю. Она на ночь снимает, стакан кладет с водой. Когда это вставляется, эта пленка одевается прямо на твои зубы. То есть не меняет ни форму, ничего, ничего не стачивается, ничего не спиливается. Просто одеваются люминиры на каждый зубик, и они как бы белые. Нет, Батя еще не говорит, но я так хочу, чтобы она заговорила, мне так хочется с ней поболтать. Тачка крутая. Да, я вот ее очень хочу. Блин, вот она топанет, если девушка молоденькая сидит.
Ой, наша кондитерская, блин, не знаю. Короче, бумажки за бумажками собираем. Сейчас нам осталось пройти Роспотребнадзор, если кто-то у меня здесь есть. Дядя, может быть, есть кто-нибудь с Роспотребнадзора. Пишите мне, вы мне очень нужны. Ну вот, собираем, уже осталось немного. Так как мы, ну, первый раз начали вообще весь все это дело документальное, так в одно место придем, там говорят, вот этого не хватает, такой бумажки. Мы едем за этой бумажкой, от этой бумажки еще 5 других бумажек. Короче, собираем эти бумажки. Вроде осталось совсем чуть-чуть, я уже не могу, я так жду. Во-первых, у меня простой, я просто так плачу за аренду, получается. Аренда у меня не дешевая, так как у меня помещение на Тверской, у меня аж 3 точки. У меня, получается, внутри торгового центра 2 точки и еще 1 точка прямо на улице. За это все плачу и просто так стоит. Обидно. Но опять же, так получилось все из-за моего, ну, незнания во многих вещах. Ну ничего, зато буду подкрепленный в дальнейшем и уже буду все знать. Да и в принципе у меня уже все готово будет. Так. Кондитерская так и будет называться Блюменкранц. У нас такой логотип уже сделанный давно. Кстати, его надо в инсту выставить, да, или уже только когда открытие будет, не знаю. Нет, подожди, у нас же, грубо говоря, мы во вторник уже примерно открываемся. Ну примерно. Ну да, ну просто, ну я даже не знаю, как сделать. Логотип у нас, короче, такой красивый, в цвете тифами, классный. Мы не спросили, когда наклейки будут на саму стойку. Спрашивают, как если муж нам жить свою маму? Мы по причинам можем ужиться. На нее постоянно ругаемся с мужем. Уже нет сил. Что делать? Ну, у нас то же самое было. Поругайтесь, пройдет. Надо немножко опустошиться. Во-первых, интересно, ну, как бы не знаем, по какой причине она у вас живет. Может, есть какие-то финансовые трудности, может, ей негде жить. Да, там же еще много семейных. Тут, как бы, все равно еще есть какие-то внутренние семейные нюансы. Может быть, она к вам плохо относится, там ревностная мама, или вас постоянно тюкает. Тут тоже вот мы не знаем полной картины, да. Почему вот вы ругаетесь? Может быть, она у вас реально там, может, она из той категории женщин, которые, знаете, ненавидят невест. Так такое тоже бывает. Мне в этом плане очень повезло. У меня такая... Сноха мне твоя мама, получается, или кто? Сейчас. Я не знаю. Ну вот Валерина мама, вообще, очень она меня любит. И как дочка к своей относится. И бабушка Валерина. Они говорят, что они выкинут Валеру из дома, если он будет меня еще обижать. Я дома останусь, а Валеру выгонят. Вот как здесь вернуть, даже не представляю. Не знаю, честно. А тут тоже вообще можно? Здесь можно, просто поток машин большой, видишь, ни хрен кто пропустит. Это, наверное, надо носиком вылезти. Мне почему-то кажется, что здесь нельзя. Там можно, кстати, 3 машины еще так же делать, как я. Нет, Валера не будет Венеры делать. Да нафиг оно не надо. Я отбеливание просто сделал в свое время все. Не, сделал, когда там будет 50, дай бог дожил. А, ну вот свекровь, значит, спасибо, что подсказали. У меня, кстати, с этим проблема, я вообще не буду... Знаю только зять, сноха, еще там много. Еще Шурин есть. Какой Шурин? Давай, давай, с ума сойти, невозможно не поехать, не заехать. Давай быстрее, 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 быстрее! Успел. Заколебали, блин. Такой поток, и никто не пропустит. А куда ехать? А, все, я понял, где мы. Тралик, давай быстрее, с ума не сходи. Блин, я особо, честно говоря, прям сказать, что я очень поправилась после родов. Такого у меня не было. Мне кажется, всегда одинаковое, что до родов, что после. Да? Да, там вот в этот торговый центр. Нет. Ну, оттуда поворот. Заезд отсюда, да. Позвони Карине, пусть уходит, что мы будем. Сидеть? Во сколько пойдете научилась? Батечка очень рано села. В 5 или в 6 месяцев? Нет, даже раньше. Она очень рано села. Ну, 4,5, я думаю, уже. Да, села. Она рано очень села. Ну, вот хотя... Она очень много... что начала делать рано. Вот прям очень рано, не по возрасту. Но ходить вот мы до сих пор не ходим, хотя нам уже годик. В смысле, она пошла до 3 дня не, на день ну, рождения? Не, ну, нет, она пошла. Но сказать, что она прям ходит, прям уверенно, не, так но не скажешь. День, но например, она уже встает. Не, ее ставишь, она в день, там, допустим, раз 10-15 делает шагов, там, по 5-4 шага, по где-то 7 шагов. Но вот прям так ее на постоянной основе такое не происходит.
Какой страшный. Отойди и позвони Карине, пускай спускается. Позвони я Карине ты. Мы живем в Москве. Просто не успела, блин, так солнце светит, не вижу вопроса. Стрижка, да, блин, я не знаю, я всю жизнь эту челку себе делаю. Причем раньше я ее вообще сама себе резала. Но у меня волосы росли капец как быстро, пока я их не сожгла. Вот я сожгла волосы, когда покрасилась в темный цвет. Я не успевала, ребят, я не успевала. Вот это я сейчас стала наращивать. Раньше я не успевала волосы стричь. У меня была эта челка всегда. Я так подходила в ванну, так ее закручивала и все время себе ее резала. Мне она очень быстро отрастала. Может, в Азербайджан пойдем? Блин, что со светом? Ты как-то так стало, что здесь свет плохой? Здесь хороший свет. Наоборот. В чем дело-то? Она уснула. Пойти уснула. Карина трубку не берет, мы к клиенту. Ну сейчас, ну подожди, две минуты спустится, что? Нет, я думаю, может, пойдем покушаем? Нет. Я хочу, но знаешь что? Сейчас скажу. Ага. Получается, наш магазин то, что. Мы живем в Москве. Свадебные торты тоже будем делать, разные будем делать. Если нужны кому-то тортики, кстати, вы пишите, мы заказы принимаем. Да, и еще, кстати, сложность. Если там здесь есть какой-то крутой кондитер, который может... У меня есть кондитер хороший, но все равно в дальнейшем я планирую как бы немножко расширяться, и чтобы у меня были все равно люди запасные, если будет много заказов. Вот, если здесь среди нас есть какой-то классный кондитер, пишите мне. Блин, пойти прямо на солнце получается. Я бы тоже переставила машину, чтобы это как-то все, ну, чтобы солнышко имело. Валера спрашивает, ты грузин или азербайджанец? Я русский. Он русский. Валер, ты знаешь азербайджанский язык? Да, потому что у меня мама азербайджанка. Да, знает. Плохо знает. А так чуть-чуть. Это вот. Раз. Че, не светится солнце? Нет, нормально. В Рязани нет, не была. Мы были в Рязани, девочка? Мы приезжали хотя бы? Нет. Я не был. Там просто говорили, что такая страшная дрязка, хотела сказать, что такая страшная драка. Честно говоря, блин, ну опять вот ненавижу, когда мне кто-нибудь позвонит и все сбрасывает. Теперь надо опять выходить и заходить.